Следующая песня, друзья мои. Я точно хочу вспомнить наших друзей ушедших. Очень близких наших друзей ушедших. Во-первых, конечно, Серега, который с нами. Много, очень. Ну, 10 лет, по-моему. Да нет, больше, 12. Или 13. Ну, в общем, Сергей Костюхин, который с нами работал, наш гитарист, который умер в 2012 году. Вот, и Марик Фрейдкин, с которым мы познакомились уже через Серегу. Удивительный поэт, удивительный автор. Просто удивительный, я его обожаю. И они с Серегой написали очень много песен совместно. И я никогда не пел своих песен на своих концертах. Для меня это был нонсенс, да? Но я хочу вспомнить этих замечательных людей и спеть песни Марка Фрейдкина и Сергея Костюхина. Вообще, Марик, конечно, удивительный человек, на мой взгляд, абсолютно недооцененный. Настоящий шансонье, о котором люди мало знают. Я помню, как на съемке КСП, клуба «Самодельная песня» в Америке, мы приехали, Марик приехал в Фрейдкин, мы приехали, приехал Губерман. Он, а мы были знакомы, он мне говорит, здесь говорят, что Фрейдкин. Я говорю, да, он говорит, познакомь. Ну, я пошел знакомить и присутствовал при этом удивительном состоянии. И Губерман говорит, Марк, вы такой клевый, такие песни, ты такой кайфовый, ну вот, так здорово, почему вас так мало знают? Причем я говорю, а Марик, он такой флегматичный, анемичный, он такой, знаете, ну надо его было знать, он такой. И он говорит, да ну, спасибо, я говорю, да ну, это давно все. И Губерман так, конечно, так на него посмотрел и говорит, Марк, вы куда? Почему? Он говорит, вы сами не понимаете, какой вы гениальный. Я присутствовал за этой сцене. В общем, вот я хочу сейчас спеть одну песню, которую написали. Стихи Марка Фрейдкина, музыка Сергея Костюхина. Называется песня «О Тиме». У них был очень близкий друг. Ну, не то, что очень близкий, но и друг общий, который играл на контрабасе в оркестре где-то. И уехал. В начале 90-х, тогда еще визы нужны были, вызовы нужны были, и он прямо уехал, и вот они написали ему песню, которая называется «Песня про Диму». И как Марик говорил в этой песне, говорит, я использовал два таких серьезных еврейских заклинания. Значит, первое – это «Айвос Туцер», что на идише, в переводе с идиш, значит, «Польша делается», да? А второе заклинание – «Дай, бери, дай». Что в переводе с идиш, равно как и с английского и с русского, означает «дай, бери, дай». Не больше, не больше. Но обладает неким влиянием, действием такое. «Дай, бери, дай». Поэтому можно подпевать, совершенно смело. Будет вам счастье, если подпоете. Вот такая песня. Вспомним наших друзей. Называется она «Песня о Диме». Нету, нету, как и в электричестве.
Сергей Костюхин и Марк Фрейд.